Доброго дня, шановний отець Андрій та підписники каналу. Мене звати Олександр, мені 15 років. Зараз я маю потребу у нічних лінзах. Але так як я хворію на ДЦП і всі кошти ми витрачаємо на моє лікування, тому дуже прошу вас допомогти з придбанням, якщо у вас буде можливість. Дуже вам буду вдячний. 15 лет Сашеньке, я позвонил Конотопской епархии, к отцу Богдану, духовнику, настоятелю храма туда, куда он ходит, получил прекрасную рекомендацию о том, что это очень верующий человек, который как может посещает храм, как может помогает, заканчивает курсы катехизаторские Киевской духовной академии семинарии. Наш человек, 13 400, мы уже знали, стоят эти линзы, годны они один год. Я предварительно еще позвонил к отцу Вячеславу, своему батюшке знакомому, который имеет проблемы подобного характера. Он сказал, есть такие линзы, да, они лечат. Поэтому я не вижу причины помочь такому прекрасному юнаку, который обратился ко мне. У меня много сообщений, вот у меня появилась минутка, я просто сижу в машине, отвечаю всем. Поэтому, как всегда, внизу оставляю реквизиты. И в ближайшее время, я думаю, мы приобретем эти линзы. И Сашенька будет чувствовать, что... И Сашенька будет себя... И Сашенька будет чувствовать, что христиане имеют огромную силу. С вами был жизнерадостный дня, хорошего вечера и поможем Александру.